Молитвы поблагодарим Господа за принятие святых тайн. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не ответил меня грешником, но удостоил меня приобщиться к святым Твоим. Благодарю Тебя, что меня не удостоил нагречиться, что Ты мне небесным даров не удостоил. Но Владыка человеколюбец, ради нас умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные животворящие Твои таинства, во благовеяние освящение души тел наших, сделай, чтобы они были и они. И мне во исцеление души и тела, во отражение всякого врага, посвящение очей сердца моего, в мир душевных моих сил, веру твердую, любовь и лицемерную, в обрастание премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и Твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый ими в освящении Твоем я всегда помню милость Твою и живу уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, идя из здешней жизни, в надежде на жизнь вечную, достигну я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинное целеустремление, неизъяснимая радость, любящих Тебя, Христос Бог наш, и Тебя воспевает все творение. Владыка Христе Божий, Царь веков, Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и разорящих Твоих таинств. Молю за Тебя, благой человеколюбивый, сохрани меня под покровом Твоим и в тени крыльев Твоих, и даруй мне с чистую совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться святые Твои, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ. И Тебе слава воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Даши прощу мне плод Твоим добровольным, Ты огонь сожигающий недостойный, не сожги же Создатель мой, но пройди члены тела моего, во все составы во внутренности в сердце, и забудь через меня светлое утешение, душу очисти, освети мысли, составы утверди с костями вместе, просвети как главный. Всего меня поводи страхом пред Тобою, навсегда защити и охрани, избереги меня от всякого вредного для души дела и слова, очисти оно и устрани меня, украсть разуми, просвети меня, приведи меня от Твоей обители единого Бога, и уже не обидели греха, чтобы бежали от меня, от принятия и участия всяких злодеев, всякая страсть, как от дома Твоего, как от огня, когда Ты не за себя Тебе представляю всех святых начальников, будет бесплотных, предтечу Твоего мудрых апостолов и светлых, Твою непорочную чистую Матерь, приими их молитвы милосердия, Христос мой, и Сыном Света содела Твоего служителя, ибо Ты едини благое освящение, а так жизнеяние душ наших, и Тебе так подобает Богу и Владыке, все мы славу воссылаем каждый день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и кровь Твоя драгоценная в прощении грехов, да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье. Страшное же второе пришествие Твое, сподоби меня, грешника, стать справа от славы Твоей, по ходатайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, светом омраченная моей души, надежда покров, прибежище и утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником пречистого тела и драгоценной крови Сына Твоего. Но родивший истинный свет, просвети духовные очи сердца моего, источник бессмертия, родившая, оживи меня умерщвленного грехом, милостивого Бога, любящего милосердия, Матерь, помилуй меня и даруй мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой, и удостой меня до последнего моего вздоха, невосуждения, принимай святых и пречистых таинств, новое исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенный и прославленный во веки. Аминь.